Всем привет, меня зовут Айс. Мы продолжаем прохождение Death Stranding. Погнали! Лу? ББ пропал. Лу? Нет, ты ищешь. Сюрприз. Фрэджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Не бойся, я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок — настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. К тебе, сэр. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ — прибор, а не человек. Мост — да, дитя — нет. Так в чем проблема-то? Этот прибор — орудие, превращается в живое существо. Оно растет, мозговая активность повышается, накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Не вижу в этом ничего плохого. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно, через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это точно поможет? Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай. Не, говорю тебе, все очень просто. Жмешь спрос и перезагружаешь. Вот почему я эти штуки ненавижу. Сэм. Я и так уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Что-то он мутный какой-то. Не, ну принимать душ вместе с ним мы не будем.
Нет, с наручниками нельзя взаимодействовать. Ну не принимать же душ с ним. Это что за бред? Ну он не купался, что он там постоял? Здесь нас никто не подслушает. Мы наедине. Тут нет ни микрофонов, ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Дай Хардман не должен об этом узнать. Ты понял? Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ. Официально их приостановили власти. После выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась. По прямому указанию президента Стрэнд. Бриджит? ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дай Хардман? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да. Извини. Все данные за тот период засекречены по высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет лишь директор. Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране, я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Будь осторожен, Сэм. Они следят. Ну, Сэм, ты парень, что надо, спору нет. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ почини, ладно? О нет, чинить придется тебе. Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки. Когда будешь готов? Ладно, подкидывается больше проблем. Сообщила о смоляном поясе рядом с крайним узлом. А
Огромный регион, где полно тварей, которых предположительно вызвал Хиггс. Мы, конечно, хотим, чтобы ты побыстрее вытащил ее оттуда, но без ББ у тебя нет никаких шансов. Поэтому твоя главная задача — помочь Дедману восстановить функции ББ. Так как он здесь, то вы могли бы обсудить это лично. Сэм, я сейчас немного занят. Если не возражаешь, остановимся на голограммах. Во-первых, хочу, чтобы ты подключил нескольких выживальщиков, чтобы повысить концентрацию Хирали. Это нужно для усиления связи между ББ-28 и его некроматией. Затем, как я уже объяснял, нам нужно исправить настройку ББ. Чтобы ускорить процесс, нам в буквальном смысле нужно создать дистанцию между вами. Его оставить здесь, а тебя отослать. Если все сработает, твой ББ начнет функционировать нормально. К счастью, этот план поможет добиться и других целей. Мы же все равно хотим включить этот регион в хиральную сеть. Так что налаживай отношения с выживальщиками, доставляя грузы, и убеждай их присоединиться к нам. Построить себе дом в этих горах нелегко, но многие все равно решили попробовать. Там повсюду найдешь убежище. У нас от них целый список заказов, ожидающих обработки. Но помни, ты имеешь дело с людьми, которые сами решили там жить. Люди, которые ценят частную жизнь. Даже не думай, что с ними будет легко подружиться. Тебе придется постепенно завоевывать их доверие. И еще, Сэм, какое-то время ты будешь работать без ББ. Это значительно осложнит тебе обнаружение тварей. Так что смотри в оба, следи, не появится ли что-то необычное, и по возможности держись подальше от дождя. Ты принес это мне? Не стоит. Честное слово. Я в восторге. От всего сердца благодарю тебя. Используя браслет, вы можете просмотреть следующие данные. Окей. Спасибо за ваш вклад. Что по заказам? Так, давай мотнем вначале к доктору. Мы добавили в твой ПХК катапульту для грузов. С ее помощью, если ты сразу не догадался, можно перебросить несколько контейнеров на большое расстояние. И в чем смысл? Такие катапульты позволяют метать капсулу с грузами на большие расстояния. Каждая капсула оснащена парашютом, который следует раскрыть вручную, нажав X перед приземлением. Капсулы, снижающие на парашюте, можно управлять. Пользуйтесь этим, чтобы приземлить ее в безопасное место. Кстати, при необходимости катапульта способна послужить и неплохим оружием. У меня, кстати, по материалам знаешь. Так, личное хранилище.
Так, у меня есть лестница. Тормовая винтовка. И все. И болосган. Кстати, боты можно поменять. Надеть. Ага, вот они положили сразу в хранилище. Ладно, пока брать не будем, но похоже мне понадобится еще бы крюк. Вызываю тебя по выделенной линии Бриджес. Меня попросили заменить сестру и поддержать тебя. Мы снова вместе, едины. Отныне навсегда. Мы общаемся, так что... Я очень быстро войду в курс дела. Так ты снова с Бриджес? Дело не в этом. Совсем. Проблема в том, что хочет она. Что хотим мы. И почему бы нам не помочь тебе? Ты же нам помог. Теперь мы все связаны. Давай как-то так. Это тебе не фургон. Что с тобой? Поставить лестницу. Плохо. Да ты ставишь ее, блин. Прям в воду. Зашибись. Уже нужно делать вот тут. Куда ты ставишь его? Ёп. Да, вот туда прямо и надо. Прямо в воду. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода.
все в идеальном состоянии. Ну, не совсем. Но пойдет. Я хотел спросить тебя кое-что. Ты поможешь мне вступить в USA? Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит, дело того стоит. Нормальный такой кусок подключили. Спасибо тебе. Пусть я уже не так молод, но мне есть что предложить. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь надо? Смело забирать. Оу. Машинное масло. Ляга улучшена до второго уровня. Твои грузы спасли многих. И ты ведь знаешь, чем меньше будет трупов, тем меньше появится тварей. А это значит, что мы спасаем еще больше людей. Послушай, как бы ни было тяжело, не сдавайся. Очень тебя прошу. Вижу, что ты подключил к сети еще одно убежище. Отлично. Уровни Хиралия повышаются, и это хорошо. А насчет ББ-28, радуйся, операция прошла успешно. Других серьезных процедур не потребуется. Это еще не конец, но кажется, можно сказать, что худшее уже позади. Нам лишь остается расширять сеть, следить за изменениями концентрации Хирали и вносить поправки, если нужно. Лекарства должны помочь. Так держать, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Так, выполнение роботом. Ожидаемые повреждения 90%. Нормально. То, что нужно. Нет, туда не повезем. Здесь без дороги передвигаться очень плохо. Отлично, мост вообще вписался бы. Нет. Опасно.
что? Сделать нормальные дороги? Да, ну. Да, мой нужно. Спасибо, Сэм. Только благодаря тебе горный узел в хиральной сети. И теперь мы, наконец, внесем свой вклад в UCA. Извини, что тебя побеспокоил. Мы благодарны тебе. Ого, а как ты доставил это так быстро? Говорю тебе, ты всегда меня поражаешь. Штурмовая винтовка, третий уровень. И травматическая штурмовая винтовка. Ресурсы есть. Неплохо. Ты знаешь, что мы очень долго были в одиночестве. Но с тех пор, как мы вступили в UCA, мы общаемся с самыми разными людьми. Мы многое узнали от них. И я надеюсь, что они от нас тоже. Мы никогда не были так едины. Знаешь, люди рассказывали и о тебе, о тех невероятных вещах, которые ты сделал. Честно, я до сих пор не вполне верю, что ты существуешь. И тем более, что ты добровольно прошел через ад, чтобы помочь нам выжить. Ну, неважно, прости. Не буду тебя задерживать. Но знай, тебе всегда здесь рады. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, так, давай посмотрим. Новый заказ. Девять тысяч нужно. Да вы чё, ребята? 3400 и 2600. Керамики не хватает, да? Ладно, выполнение заказов. Хо-хо-хо-хо. Ладно, берем. Даже не знаю, есть ли смысл брать. Думаю, нет. Блин, сюда второй раз я еще не поползу. Ну вот еще геолог.
старый курьер. Ультер. Где я видел его? Ладно, не важно. Давай сделаем еще, наверное, одну лестницу. Так, итого у нас будет одна лестница. Переработка. Так, изготовить трюк и 3 пакета с кровью. О, давай и один ремонтный спрей. Так, только вот пакеты с кровью можно под сумок. Вот так. Спасибо за ваш вклад. Это ж нужно будет подняться, потом еще и спуститься. Счастливого. Так, думаю, вот тут придется обогнуть. Двигаем сюда, а там посмотрим. Ладно, упал чуть.
О, тут дорогу можно сделать. Не шутя. Блин, слишком далеко. Ну вот есть точка и дальше точка. Давай вот тут, наверное, поднимемся и вот тут. Ну, не думаю, что на транспорте была классная идея, если что, ехать сюда. Ползем, ползем.
Так, мне нужен какой-то зимний транспорт. Думаю, вот тут повернем. Я где-то у цели. Что-то можно было взять. Да, такая вся местность. Ничего не видно. Блин, мы дошли наконец-то. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно можно сюда больше никогда не возвращаться. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. О, ты добрался. Не царапины, я смотрю. А насчет хиральной сети обращаться вроде к тебе? Это правда, что я получу доступ к вашим схемам и так далее? Я хочу выложить результаты моих исследований. Пусть люди читают и учатся, как училась я на их работах. И я хочу примкнуть к UCA. Вездеходный контур. Славно, славно. Выходит, мы теперь связаны, Сэм. Я бы рада показать тебе дом, но тут такой беспорядок. Спасибо, Сэм. Кажется, ББ-28 начинает выздоравливать. Как мы и надеялись, его сродство с иным миром усиливается. Конвульсии и спазмы прекратились. Я знаю, что тебе тяжело без ББ, но ты должен продолжать бороться. Совсем как малыш. Как и ББ-28. Сэм,
Заказ от нового клиента. Загляни в терминал горного узла, все подробности там. Вроде кому-то нужны лекарства. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляни. Так, отдадим ему металлы. Выполнение заказов роботам. Чудо, можно 31%. Не самый плохой результат. Разворачиваю автономного бота-курьера. Спасибо за ваш вклад. Блин, могу ли я подключить вот здесь? Эту точку или же нет? Короче, нужно вернуться в горный узел. О, это же активный контур, созданный робототехником для тебя? Сильно пригодится на горных перевалах. Да и вообще на любой паршивой дороге. Давай попробуем. Использовать. А силовой, ну, пока выгружать не будем. Так, выполнение заказов. Вот, мы идем в горный узел. Можем сделать этот заказ. Блин, к доктору еще потом бежать. Что-то не хочется. Ну ладно, 1 килограмм, окей. Пусть будет. Так, я хочу сделать еще один крюк, наверное. Окей. Заказ назначен. Заходи еще. Было бы, конечно, неплохо вот тут спуститься. Оружие разрешено. Thank you.
О, он еще бегает. Ладно, давай крюки юзать. Сэм, ты разбил контейнер, из него вытекает газ. Заделай дыру спреем или отправляйся в ближайшее убежище. Если вариантов нет, как можно быстрее доберись до цели. Дальше сотрудники разберутся. Так, погоди. Я же только отправился. Направить назад. Окей, починили. Это очень плохо. Я тут всего два шага сделал. Или я как-то неаккуратно слез. Что там нахрен зон? 25% повреждений уже. Стой. На. Да.
Проверяю груз. Блин, я не дотащу его. Хорошо, что хоть один я взял ремонтный спрей. Черт, какой холод. Даже не знаю, давай. Их 3 штуки в комплекте. Похоже, нужен липучий пистолет или рукавица. Блин, далеко. Далеко. Thank you.
сейчас разобьюсь тут где-нибудь. Бам. Горячие источники. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Тут мы еще не отдыхали. А где уточки? А, вот есть. Плавают. Странно. Энергию нам не восстановили. Не спеши, Сэм, я никуда не денусь. Доставка. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь смело забирать. О, уместительный пакет с кровью. Выгрузить, а это в подсумок. Тиска граната. Изготовить. Блин, давай держать при себе один ремонтный спрей. Нести. Прятать, окей.
Резервное топливо. Ага, смешно. Так, новый контур. Ладно, давай сделаем. Спасибо за ваш вклад. Оружие разрешено. Жаль, мы потеряли наш воздушный перевозчик. Он бы нам сейчас пригодился. На грузовиком я тут никак не подъеду. А остается только такой путь.
могу ли вот здесь подняться? Блин, это дальше, чем я ожидал. Казалось, вроде как поближе было. Думаю, где бы спуститься. Наверное, вот тут. Уже 5 минут занимаюсь ерундой. Нужно было, наверное, выполнить пол задания. Там просят всего один. О, я не знаю, зачем я там поставил. Тут вполне это все обходится вот здесь. Ага. Ну ладно, ничего страшного. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию.
Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Всем привет. Доставка. Привет, Сэм. С возвращением. Путь, как всегда, нелегкий, да? Отлично, груз в целости. Мы сумеем выжить благодаря тебе. Спасибо, Сэм. Заказы. Теперь житель гор. Давай сделаем. Погоди, это что? Переработка. Так, это полный. Ремонтный спрей. Сделаем перерыв. Сэм, мы вызываем.